Зеленые роботы, значит. Что-то там робо. Зеленый робот — это вообще тема. Это исламская технократия. Робот-мусульманин. Хорошая идея для игры престолов. Так же весело, как робот-маг. Ну, исламская технократия. Или робот-мушкетёр, там, не знаю. Это какой-то комикс мне вспоминается, где типа первый робот-священник. Не, первая женщина-священник, первый краб-священник, первый робот-священник. Карта впервые вижу, да, это плохо. Так, мне нужно сменить обоз. Походим в обоз. Ладно, что я буду. Привет, это тот самый. Я совсем разучился играть в это дерьмо. Нифига, тут так мало будет сил. А ты? Вау, нифига себе. Чувствительность 10, я уже отменил. Это ревоник, только телефон. Почему мои дробинки цель не летят, а раз перед... Просто запомнили это. Ой, блин. Фиолетовая аура — это плохо. Это изучать индиго. Это что? Индиго — это типа дети, типа особенные, рожденные, там, не знаю, кем там. Иисус. Ну, короче, эта карта не очень сок. Ну ладно. Я просто в ней что-то фигоник, поэтому она не очень. Я тоже тут. Вы, в принципе, куда-нибудь? Ты? Не постреляй. Да я так же сначала сейчас быстрее. Блин. Меня зовут Звёзд Инстинкт. Может быть, давай на следующий день. Мы с этими пушками будем. Ну я же дом сладил. Блин, я промазал такой... Блин. Короче, посидел, это же вообще. Я ж лох полнейший. Посмотри сильнее. Продолжай этот звук. Звук. Да. Поутру. Ага, инзорную мразь убил. Че? Мог тебе твой инвес, товарищ. Найти бы где-то всякие там патрончики для эксплова. Устроить инвес. Найти бы где-то что-то постреливаться, устроить инвес. Ты не понял, почему он так себя ведет, понимаешь? Потому что тут вообще какие-то боты бегают. Тут все снизки бегают. Тут очень много. Эй, да. Я имею в виду, мне тут уже прямо стрелял, смотри, я так скажу. Я не знаю, что это стреляет, что это стреляет. Фиолетового розового цвета аура что-то? Фиолетовый — это неуязвимость. Блин, да. Синий — это броня. Почему фиолетовых беги на всех парах? Это сколько цвета, что у тебя есть, это и быстрее. Я уже не сильно пытаюсь. Ну что за дерьмо? Почему я его не делаю? Не то чтобы я жаловался. Вау, мой пупс.
Ты смотришь? Сейчас. Что смотрю? Жду пистола. Я что-то... А, пистолы? Смотрю. Ну, якобы сейчас не смотрел девятую серию еще. Целом смотрю. Прям. Надо возвращаться к его игроку, потому что это, блин, не солидно на районе появляться. У меня 5 12, так что... Я второй с... Сай, я думаю, уже все. Тихо, тихо, стреляет. Это ж дерьмовая пушка. Вообще хуже драконов людей. Можешь мне убить, пожалуйста, от этого бега? Ты меня убил бега, отлично. Почему ты меня не убил? Я пошлохнулся, а там у меня так... Чё, чё ты не постреливаешь? Я... Фиолетовый мразь, осторожно, фиолетовый мразь бегает. Да, внизу. Опять не ассистентский. От фиолетовой мрази надо убегать просто, понимаешь? Блин, я еще лох. Ты сиди с альбалетом, блин. Выехали. Причем, знаешь, короче, все-таки темперы где-то обязательно приседают. Понимаешь, что не понимаю. Это шпион. Мод. Ай. Я забыл, что можно кубить, смешать. Блин, помоги забегать оттуда. Простреляю все стороны дробовика. Для разбежения. Наверное. Убивай то, что движется. То, что плохо движется, тоже убивай. Можно было ошибиться. Попадается. Ой, кто-то там стреляет. Блин, я промазал. Еще раз промазал. Промазал, тут уже базуки, по-моему. Сосницы. Заряжает гаусс, получает. Чё, как-то не выглядишь, не стал убивать? Я не уже на третьем месте, это не правда. Я прежнему скилл не пропьешь, я вот что скажу. Сейчас он может пойти. Главное бегу убивай, чтобы у него был КДА на единице. Женек вообще странно себя ведет, мне кажется, что это другое. Скай в ФК стоит. Он не похож на банда, а бот не стал бы. Давай вернем ему ранг высокий на hellgm.org. Не, дробовик это неплохой ранг, потому что он заставляет быстро двигаться. А я... Мне больше тут не сюда. С лазика я вообще выйду. С лазика надо задротить. Вот, и просто у меня нет желания ничего выиграть. Ха-ха, фильм броню берет. Ну, конечно, на карте брони не особо много, но не вырежет. Но все равно, блин, я предпочитаю брать здоровье. Еще для ниндз настоящих есть выбор интересный. Сейчас, погодите, я думаю. Блин, я косой.
Неуязвимый ублюдок, а, спасите меня от него. Что же там неуязвимость себе поставить? Окей. Ну, сестры, я предпочитаю тут брать либо инвест, либо здоровье. Чаще здоровье. Потому что здоровье позволяет тебе точнее один раз выживать даже от Гаусса. Да. Конечно, от Гаусса 600 урона идет. В лучшем случае. Или 600 урона. Это же можно геноцид спросить за спиной, либо если что-нибудь убей. Теперь вспомнить бы, как с Гаусса стрелять, потому что у меня... Я с кем-то Гаусса пробил, окей? Я тут только сосал. Я не сосал. Кажется, начал уже всекать. Я тебе не советую броню, я тебе не советую делаю. А я помню здоровье. А, ну сегодня значит здоровье, я значит я путал. В общем, тут нормальная тема — это инвес и здоровье. Я обычно здоровье предпочитаю все-таки. Инвес тоже приятная штука. Начал заряжать и здоровье. Но этот дустволк вообще безумная вещь. Неуязвимость уже, не побегаем это. Где-то на втором этаже делаем. Я на первом этаже. Я без этого на нулевой даже спускаться. Ну, Вега нормально, у Веги уже куда меньше, чем у меня. Так что можно на него забить, потому что... Потому что все равно надо его унижать. Мы же солидные люди. Да. Он мог так попасть. Унижаем Уртаров, спасай голову. Тем более, запомнил, как я выглядел. Варьер появился. Варьер плеер, как обычно. Старый знакомый Ник. Ник еще не меняется, да? Ой-ой-ой, тут скоро. А, ладно, это просто. Он насасывает варьер, да? Обычно. Ну да, короче говоря. Хотя на самом деле тут клевый Ник, это белый бой. Я, по-моему, тоже красавчик. Что тут столько всего до патрона нет. Замучил варьера, пока он разглядывал. Зеленые ауры почему-то не сбивают с толку. Какая? О, тема. Мне кажется, знакомый только Клипсайд 2, но я не помню, что это. Я Фрэнтик. Слава Пикон. О, прикинь, у меня фактически один к одному вышло, когда я выиграл. О, он живой, ура, он живой, прикинь. Это не бот. Вега? Или... А, он в чём-то в чатике говорил, интересно. У меня что-то... Он с Доктор Мутиной в карте играет. А, я... Мы тут лапки начали. Вообще карта весьма занятная, я бы сказал. Тут основной акцент делается либо на гауссе, либо на арбалете, либо на автомате скорострельном. Хенри мой основной акцент.
Ну это похоже на игра. Похоже на геноцид. Вообще, так, тут арбалет вообще тема на этой карте. Наводим этот. Блин, я забыл, как называется. Афганистан. Нет, сейчас. Наводим порядок шариата в отдельный взятый месте. Там какой-то товарищ левший был. Женек Пензе? Да. Уже нет. Женек вообще, что ты делаешь, Женек? Я ли это вообще? Вообще, знаешь, самое клевое, это когда... Когда с Гауссом обратился в ракете. Сейчас низко. Нет, Женек, кажется, это не будет. Ну ладно. А еще, знаешь, прыгай почаще. И тебя вообще не попадает. Я вот недавно вспомнил, что это можно делать. Зачем тут лежит? Джампер, если будет автоматическим взят. Ну, я не понял много, что с джампером? Появится на карте, если он автоматически уже есть. А карта просто вина для тех, для других серверов. Просто настройка сервера такая, что джампер по себе бегает. Ого, какие-нибудь с первой атаки просто стреляют. На самом деле такое оправдано, когда я кого-то там зацепил и как бы не добил немного. Но в целом, как бы, повод усомниться. Женёк, ты что делаешь, Женёк? Зачем ты мне стреляешь? Я не православный. Мне что-то вот эта дверь вообще не нравится. Мне кажется, что за ней какой-то секрет, если не знаю, как пройти. Ну, может, это просто наебало. Вот в этой дыре вроде что-то клевое было. Было. Блин, чего я не могу попасть? Это вообще нужно вспоминать это дерьмо. Надо заставить жить вместо него по шляпу. Женек, ты что делаешь? Ты не стреляешь, Женек? Женек, ты ли? Женек, я свой, Женек. Женек, я ли? Ой, я уже научился на большое расстояние стрелять. Да я не буду пасть, у меня кляп. Я ли это вообще? Мне кажется, что Женек это как бы я, а я ли это не я. Нужно вспоминать срочно, как скаус стрелять. Так скашивает, просто вообще, не знаю. Не знаю кто. Как бог жертвы геноцида, я бы сказал. Кстати, в этой помойке, там где-то, где там Челси с базукой, там базука лежит. Он где? О, фига как. Что за вас? Как за вас? Там в инвизе кто-то бегает. Возможно, не показалось, но тут и не видел, как было. Блин, патроны. Женя, блин, я умер первый раз, черт. Все бывает. Потерял смертоносную девственность. Где? Смерть девственность. Девственность смерть. Не знаю, как нормально это назвать, конечно. Блин, такие фраги. Кашу, это ж вообще, блин. Я вообще с этой планете. Ох, это по неподвижному смысле. Чувак хотел меня открылить за углом. Соснул, говорили на реакции. Это забавно.
Вот старая школа. Еще знаешь, клевая тактика в холве есть? Okay. Стрельнуть один раз из гаусса по противнику сильно и свалить куда-нибудь в другую часть карты. Мне очень неприятно. Есть время на ряд. Здоровье заряжал, а гауссом получил. Боже. Сосну. Правда, не знаю, бошку или нет. В принципе, пофиг. Что-то давно не стрелял в супероружие, которое... Какое? Женек убил опять. Зачем Женек меня убивает? Ты меня убил, Женек. Я вообще не послан. Женек же своим должен быть. Женек не сидит там где-то. Птица решил. Ой, Женек опять не берет. Это ж... Да, катится. Это ж наш пацан. Наш клиент. Может с арбалета продвинуться. Оп. Женек получил стрелу в почку. Как за тачку? Весь 5 здоровья. Ну, конечно, сервер не совсем как бы канонический. Знаешь, чем фишка? Сосницкий отключился. Что? Сосницкий отключился. То есть там этого... покарали этот сервак, что ли? Прям Женьком, да. Вот, Женек бегает, вижу. Я в него попал, но не бежал. Давайте его теперь с монтировки и больше хули нет, собственно. Да, чисто не бой бегу, а вы же такой с мотивовкой бегаете. Ну, учти, что это непростая цель все равно. Хотя, ну, в принципе, я бы пистолет с монтировкой использовал. Ну, чисто похер, на КДА надо унижать. Что унижение поможет я. Ха-ха. Открыл счет. Ты просто пришел и забрал его. Так шинигами. Я его немного подсыпал. Я его тоже. Сейчас, сейчас было. Не посыпать? Что говоришь? Да нет. О! Это батальон, да? Мотивовка. Так, да. Е. Дед.
Это моя мотивация. Сучка. Ну что-то как-то дома воевал, что-то не очень. Я это не спасло. Он не ревнул, нет? Нет, он пришел сюда снова с интересом. Блин, двое. Он достал пистолет. Меня Женёк убил. Что делать? Убивать. Ой-ой-ой, что это такое было? Что-то как-то меня за один удар зарубил. Это жизнь мало. О, он меня ебошит. Меня вообще заебошит. Нет, по крайней мере видно, что это не бот, это уже хорошо, на самом деле. Да ты, блин, у меня 15 жизней было. Я тебе зато адреналин. А ты мне что? Хуя, он меня зарезал. Ты не вклевал, пацан. Я тебя видел. Пошел ты. У меня жизни мало. Что-то бонус для этого оружия. По-моему, ничего так. Перезагружается смешно. Мне интересно, куда то есть, если он ФК. Женёк! А вот это, кстати, может быть уже бот. Это есть бот. Он куда? Нужно либо взять новое включение. Чтобы я с тем поехал. Зато это можно в пешке нацеляться. Да, давай добей силачек.